Сегодня чествовали тех, кто своим трудом делает культурную жизнь в городе насыщеннее и разнообразнее. В зале Дворца культуры «Октябрь» собрались деятели искусств. Глава города Елена Лапушкина во время обращения к работникам культуры отметила их тонкую и изящную работу, которая помогает объединить и передать духовное наследие между поколениями. Дорогие мои, я хочу вам сказать слова признательности и благодарности за ваш по-настоящему прекрасный труд. Вы создаете настроение людям. Вы заставляете их порадоваться, посмеяться и задуматься. Благодаря вам Самара имеет более 50 коллективов, которые носят гордое звание народный или образцовый. Мне бы хотелось пожелать вам счастья и здоровья, вам, вашим родным и близким. Чтобы вы всегда были полны творческих идей, чтобы ваш труд всегда оценивался и зрителю был всегда благодарен. В Самаре 26 школ искусств, в которых трудится более 2000 педагогов, 5 музеев и более 60 библиотек, 11 домов культуры и 6 городских театров. Среди многочисленных деятелей искусств глава города за заслуги и высокий профессионализм отметила лучших сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди них директор Дома культуры поселка Зубчининовка Елена Сенькина. В сфере искусства она посвящала себя с детства. В юности занималась вокалом, а позже окончила Академию культуры и искусств. Более 20 лет работает в Доме культуры, где по ее инициативе реализуются яркие творческие проекты. Дарить людям праздник. Я живу этим. И говорю своим коллегам, люди, которые не чувствуют сердцем, они никогда не смогут искренне подарить праздник. Поэтому королева культура – это есть моя жизнь. Еще одним работником культуры, который отметила глава города, стала балетмейстер ансамблей акварели и кабаре Зоя Шевчук. Коллеги характеризуют ее как грамотного наставника. Вместе с воспитанниками она создает патриотические проекты. Рассказывает, что испытывает необычное ощущение от повышенного внимания, потому что во время выступления ансамблей часто остается за кулисами. Очень непривычно и сидеть в зале в таком красивом, и когда чествуют нас, это настоящий праздник. И спасибо всем, кто организовывает, кто не забывает, кто нас награждает, поскольку культура – это, наверное, одно из важных составляющих в образовании человека. Почетные грамоты и благодарственные письма работникам культуры Самары также вручили председатель городской думы Алексей Дегтев и заместитель министра культуры Самарской области Наталья Танковидова. В завершении официальной части приглашенных ждал праздничный концерт. Максим Магомедов, Василий Колдашов, «События».